Мигранты, избившие в Казани инвалида и его девушку, принесли на камеру извинения. Теперь с них возьмут штраф в размере 500 рублей и выпустят на улицы Казани. Все началось после того, как инвалид сделал замечание группе пьяных мигрантов, оравших на всю улицу. По древним традициям они на него напали толпой и избили. Всегда интересно, по какой логике мыслят правоохранители, записывающие извинения мигрантов на камеру. Просто зачем? Они все что угодно скажут в объектив, лишь бы сухими выйти из воды и дальше по кайфу творить беспредел. Действовать по закону надо, а не эти показушные извинения устраивать. Эй, под МБУ дрались и извиняемся. Каждый день мы рассказываем истории обычных людей, до которых нет дела крупным СМИ. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. Если вы считаете, что мы занимаемся правильным делом, поддержите нас на Boosty. Ссылка на Boosty в описании канала.